пару столовых ложек растительного масла. Далее добавляем мелко порубленную луковицу и чесночок вместе с морковкой. И буквально 2-3 минуты пассируем. 3 ложки, можно больше, меньше по вкусу. И пассируем еще 2 минуты. Далее добавляем мясной бульон, или куриный, или овощной. 1 стакан, это у меня замороженный. Промытая чечевица вместе с рисом и булгуром. Необходимое количество воды, где-то около 1,5-2 литра. Солим, перчим, добавляем специи любимые. Закрываем крышечкой и тушим до готовности всех продуктов. Проверяем, если все мягкое и готовое, можно выключать. Все мягкое, можно попробовать еще на специи, добавить необходимое недостающее. Сейчас используем погружной блендер, все взбиваем в пюре. Ну как, суп? Вкусный, правда? Да, очень. Очень. Можно сделать его немножко более жидким. Ну, мы любим такое прям суп. Вау! Приятного аппетита, солнышко.